Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Десант Джек и Игорь. Добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Не смейся, челлендж». И да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки. Только благодаря вам выходит эта серия. Всем привет, дорогие друзья, надеюсь, то, что вы и сейчас тоже поддержите нас лайками. Чур, я не первый. Чур, не первый. Чур, я тоже не первый. Я первый сказал. Нет! Так. Ну ладно, ладно. Чур, не первый. Чур, не второй, чур. Да вообще, это вообще чур. Главное, я считаю, неважно что, чтобы было смешно, понимаешь? Давай. Это на самом деле не так просто, пацаны. Эдисон, мы забыли самую главную штуку этой рубрики. Надо нажимать на лампочки, когда смотрим. Бичес, мадафака! Пиздишь на мало! Твоё ебало! Я трогал твою маку! В жопу! В библиотеке! Пока ты учил физику! Told this bitch! Пошли ебаться! Она сказала! Give me 20 дала! А потом давала! Она орала! С**ла! Так, все, хватит. Ой, ты псих ненормальный. Ты псих ненормальный. Я хочу вам кое-что сказать. Минуту внимания, дорогие друзья. Судьи, я хочу вам сказать, во-первых, встаньте правильно за пульты, потому что что это такое? Хорошо, я встал, давай. В детстве, что сидеть здесь плохо вот так вот, да? Знаете, что я вам хочу сказать, пацаны? Да. Ну. Главное, не упадите, а то это будет фиаско. Это фиаско, братаны! Это фиаско, братан. Ладно, я вам помогу. Да помогу! Замуровали, черти! Это фиаско, братан! Мне кажется, Жека, вот это вообще реально никто не понял даже, что ты там говорил, откуда это было. Это все мимас, все поняли. Секундочку. Пишите, вот стойте, напишите в комментарии, если вы поняли, что это за мимас. Чем больше комментариев будет, тем Жека дебил. Да какие шишки? Шифер! Сука, Михалыч, шифер под арматуру туда засунь, да! Подожди, это... Заплатили, блядь, стадионы строить, а денег нету, подожди... Под арматуру, штукатурку, захуй туда! Так, подожди! Так, Михалыч, куда ты скидываешь? Уволю всех, уволю к чертовой бабушке, уволю всех, уволю, дебилы! Что-то слишком много матерных слов, дорогие друзья. Михалыч, понимаешь, Михалыч. Вы можете поаккуратнее, потому что у нас мама видосики смотрит. Мама? Ребята, у меня сегодня, знаете, скины, которые поймут только единицы, понимаете? И что это такое? Вот, и, кстати, я очень даже сомневаюсь, что поймет один из вас. А, то есть мы не поймем. Хорошо. Да-да-бла-бла! Это из Рика и Морти, понимаешь, из Рика и Морти. А, ну я, наверное, газоблок. Так, вот, конечно, все у вас круто. Я зараз покажу, как лев рычить. Кто ты? Как лев рычить. Лев рычит. Лев рычит. Зараз я покажу, как лев рычить. Как лев рычить. А ну покажи мне ник, как лев рычить. Рычит. Это типа по-украински, да, было или нет? Да, лев по-украински рычить, лев по-украински. Рычить, да. Лев только по-украински рычать умеет. Мне кажется, все украинцы должны поставить лайк, кто сейчас смотрит этот видос. Ну что там? Где Марка, Марка, где Марка? Че его призовет? Да не где швед, баба-баба! О, еее!
Кафья пенсия, пенис, насри мне на пол. Там где швертень? Дядя Марта, украл мою паштурную, портальную штуку мою. Штуку мою портальную. Покажите, на что способны. Шами, вот чугат! Беззубый! Марки, это ты? Марки, это ты постарел? Марки, это ты? Марки! Марки! Это опять инопланетянин! Это Марки? Это Марки? Это не Марки. У ребят совсем башка. Все нормально. Я кое-что заметил. Что ты заметил? Просто оставить без следа. Нормальный просто, ненормальный, понимаете? Ребят, меня очень странно, как бы скины, так скажу. Я тебе больше скажу, ты совсем очень-очень странный человек. Вот. Так что давай, ты нас не удивишь. Давай, хорошо. Я веселый паук, я бегу. Я веселый паук, я бегу. Я веселый паук. Я не знаю, что это было. Брат. Лишние лапы выросли, понимаешь? Все из-за него. Понимаешь, все из-за него. Марки, у нас тут работенка есть. Иди отсюда. Иди показывай, давай, иди показывай. Так, что ж вам показать, дорогой? Что ж вам показать? Понимаете, у всех человечеств. У всех человечеств. Космическая пыль, да? Да. Соня космическая пыль. Нет. А в смысле? Понимаешь? У всех жителей трагедия, пацаны, я пользуюсь суперклеем! Руки склеились! Руки? Подожди, это так и должно быть, что он Стив, да? Или нет? Нет, он не. У него руки склеились, посмотри, у него руки склеились, трагедия! Стив, ты дебил, переходи в Майнкрафт, ты зелёный! Тебе козоблак! Варната! А чё с руками делать? С руками чё делать? Сейчас ты показываешь? Вы пожалеете! Жека, ты показываешь? Пойди сам показывай. А, я показываю, ну хорошо. Пошли, Морки. Ой, блин, пошли отсюда. Ой, блин! Это уже цирк, не было? Ой, блин! Игорь, ты где? Игорь! Затроллено, все, давайте продолжаем. Так, что там? Ой, блин! Ой, блин! Ты что за дед? А как он что там говорит? Ой, блин! Так, хорошо, Морки, пошли, блин, Морки, дебил. У нас теперь нет пульта! Ты все сломал. Да, блин. Пацаны! У меня тут тоже трагедия, у тебя руки склеились. А тут вообще трагедия во всем мире. Дети голодают, понимаешь, дети голодают. Ты дурак. Я сегодня первый хранитель всех секретов. Ты дурак, да, ты дурак. Пикабаут Африка? Пикабаут Африка. Ты дурак! Ты всю фишку спалил! Дети голодают! Ты стенку убрал, придурок! Пикабаут Африка! Игорь, ты придурок, скажи, мне как бы обидно, понимаешь, вообще? Игорь, он мне, понимаешь, я стоял, смотрел, он мне сломал пульт, тебе открыл стенку, вообще ненормальный человек. Игорь, это ненормальный, вот, честно. Вот, пацаны, вот вы должны подойти все вот сюда все должны подойти, вот сюда, встань. В смысле? Гамма-пуля, встань сюда. Не, я знаю, что это ноль, там все дела, я пойду. Да, ты давай, иди. Вы должны встать за пульт, оба. За этот единственный великий пульт. Вы встаете, мы встали, да, мы встали. Хорошо, вы молодцы, что вы встали. Какой стресс! Спасибо, Игорь, спасибо. Пожалуйста, Эдисон, давай 5. Слуховой аппарат, пожалуйста. Какой стресс! У меня стресс! Да потише, можно потише, у меня соседи спят. Да? Ну ладно, хорошо, тогда потише. Так, хорошо бы ты показать. Вот ты псих ненормальный. Ненормальный, понимаешь? Ненормальный. Пацаны!
Да. Пацаны! Ну! Сливаем ресурс паки! Ломайте меня полностью, я лаки-блок! Давайте ну, сломать мой лаки-блок, это добавится со сломами. Да не ломается, не ломается, понимаешь, не ломается. Давай, давай, поломай меня. Да не ломается, не ломается, понимаешь? Да, 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 Там выпадет, выпадет что-то, может да, писюнь, а может не писюнь, а может на колеса. Давай, 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 давай. А ты приватный ресурс Пакистан? Ничего не выпал, земля выпала, больше ничего не выпало. Земля и топор выпал, понимаешь? Давайте, финалочка, давай прям, чтоб прям вот... Да не бой... Do you want to watch Playboy with me? Пардон за мой английский, пардон. Playboy with... Пердон за мой английский. Do you want Playboy with me? Anal balls, do you want to... Пардон за мой французский. Это какой-то порнорежиссер, я что-то не понимаю. Мисс порнорежиссер, yes, it's me, it's me. Sit down. Мне нужно внимание, обратите на меня внимание. Посмотрите, когда я сижу на моих ягодицах, глаза я все... А еще вот так вот можно сделать. Хопа! Опа! И сзади, опа! Ну, пацаны, мне кажется, нужно как бы это уже заканчивать. Сейчас заканчивать. Да! Дурдом. Короче. Нужно заканчивать с этой богадельнею. Да, ну нужно лайкосики ставить на все три видоса. Вот прям если поставите, будете супер молодцами, да. Много лайков. Еще если вы подпишетесь на все три канала, и на меня, и на Юра, на эти, то это вообще будет просто вы самые крутые чуваки. Да. А спасибо всем за просмотр, всем удачи и всем пока. Аааа!